Турнир среди ветеранов органов внутренних дел прошел в Сырдарьинском ауле Акжарма. Турнир коллеги посвятили полковнику полиции Абдулле Скакову, который 20 лет стоял во главе ЛОВД станции Кызылорда. В соревнованиях приняли участие акжарминцы, а также две команды из Байконура, ветераны Карамышинского, Жанакурганского районов и сборные ветеранов департамента полиции. По итогам турнира первое и третье место завоевали байконурцы. Второе – команда ветеранов линейного отдела полиции станции Кызылорда. Скаков Абдулла Скакулла с должности рядового полицейского поднялся до руководителя отдела. Добился больших достижений. Не раз был отмечен за свою безупречную службу. Данный турнир ежегодно организуется его родными и линейным отделом полиции.